офицером, капитаном, майором, полковником. И потом его в академию. Комиссия в академии. А как же ты, он заикался немного. Как же ты в армию попал? У меня дедушка на фронте был. Вот. И вот этот Иван Кузьмин пришел полковником, две академии закончил. Вот Иван Кузьмин. С покойным Будановым учился. С Буданом учился. Вот Иван Кузьмин, сосед мой. Вот так. А так бы отбраковали, не пошел бы. Так бы остался как боян. Да, и судьба бы. Совсем другая судьба была. Я думаю, полковника надо послушать. Буданов здесь учился у нас? Нет, он в академии вместе учился. Вот этот Иван Кузьмин, наш родственник. Они в Москве в академии учились. Вот с Будановым вместе в одной группе. Он жив? Буданова убили. Иван живой. А Иван жив в Карбаянах. Карбаянах? Он живет в Казани, но отец был. Он преподавал в Суворовском училище, потом в танковом училище. Танковое училище в основном. Да, вот. Сейчас.